Всем привет, мальчишки, девчонки. NoiD видеоподкаст номер 7 начинает свою прямую работу, прямую обязанность. Мы сегодня с гостями, сегодня замечательный гость. Как тебя? Патрик Оши, друзья. Я шучу, на самом деле. Хороший друг, хороший диджей из города Черновцы, который пользуется неоднократной популярностью не только в своем городе, но и, собственно говоря, везде, где он оставляет свои следы. Диджей Патрик Оушен сегодня представит абсолютно прогрессивный саунд. Надеюсь, что все любители хорошего прогрессивного саунда получат хорошее удовольствие, получат максимум удовольствия и будут помнить, что диджей Патрик Оушен был в гостях у NoiD, подкаст номер 7. Возможно, в конце Патрик скажет пару слов. Он даже умеет говорить по-украински, либо по-русски, либо по-английски. Это уже не важно. Главное сегодня музыка. Главное, что это NoiD, подкаст номер 7. Мы начинаем. Патрик, давай! А мы тем временем пробуем настроить онлайн-трансляцию. Возможно, что-то получится, друзья. Но не на этот выпуск. Следующий выпуск гарантируем 100% попадание нашего подкаста в онлайн-трансляцию. Следите за рекламой. Feel the switch alive, but no one
Радостная новость, друзья, мы настроили онлайн-трансляцию. Теперь постоянно можно будет заходить по ссылочке justin.tv/NoiD Video Podcast. По-английски, кстати, если кто не разбирается по-английски, проследите, пожалуйста, внимательно по ссылочке, которую мы выложим обязательно в наших сообщениях ВКонтакте, в наших социальных сетях. Собственно говоря, там вы увидите официальную информацию про видеотрансляцию NoiD Podcast. Сегодня в гостях диджей Патрик Оушен, город Черновцы. Сегодня абсолютно прогрессивное звучание, которое напомнит о том, что на улице приближается лето, заканчивается весна, хорошее настроение преобладает. И Патрик Оушен тычет пальцем, говоря о том, что все окей. Отлично, друзья, еще одна хорошая новость. У нас появился наконец-то спонсор — магазин электронной техники, интернет-магазин mix.if.ua, благодаря которому у нас сегодня новая камера, запись которой вы увидите чуть-чуть попозже и оцените качество. Собственно говоря, теперь можно увидеть даже уровни, на которых играет диджей Патрик Оушен, за которые я бы бил по рукам, но тем не менее, все нормально. NoiD подкаст номер 7, мы продолжаем. We'll be right back.
Girl, I gotta be next to you. Nothing's over, nothing's over. Girl, I gotta be next to you. Дорогие друзья, диджей Патрик Оушен наконец-то уже собирается, потому что он засиделся в Ивано-Франковске. Черновцы плачут по этому диджею и требуют его назад. Диджей Патрик Оушен, заключительное слово на NoiD подкаст номер 7. Кстати, спасибо, что пришел. Ага, давай. Друзья, всем спасибо, кто сегодня слушал нас и видел нас. Вот так вот первый такой, да, у нас был первый выезд онлайн. Кусочек, ну ничего. Всем спасибо, кто слушал, кто смотрел. Для вас работал Патрик Оушен. Это NoiD подкаст номер 7. Я думаю, не последним. Ребятам удачи. Диджей Лес, а также диджей Порвалов, мега-друзья и мега-диджеи с города-героя Франковск. Всем удачи, пока. Мега-трудяга, диджей Патрик Оушен. Спасибо, приезжай еще. Ну а диджей Лес продолжает NoiD подкаст. И, кстати говоря, друзья, в преддверии вечеринки, которая скоро состоится, 25 мая у нас в гостях будет мега-популярный не Дидзё, а диджей Омния. Кстати говоря, сегодня диджей Лес представит небольшой промо-материал, который, возможно, частично прозвучит 25 числа в коктейль-клубе Килиманджаро на праздновании компании Netthouse. Ровно 5 лет, кстати говоря. А мы еще раз выражаем благодарность нашему теперь уже постоянному спонсору, интернет-магазину MixIF.ua. Смотрите, наслаждайтесь, мы продолжаем. NoiD подкаст номер 7.
Кстати, если проследовать по ссылочке justin.tv/noid-videopodcast, можно также початиться, написать чего-нибудь модераторам данной трансляции. Собственно, даже и нам, диджею Лесу и Саше Порвалову. Так что присоединяйтесь, пишите, кричите и радуйтесь жизни. NoiD-видеоподкаст номер 7. We'll be right back.
Друзья, это NoiD видеоподкаст. Диджей Лес продолжает трансовое вкрапление в наше весеннее настроение. Это 7-й выпуск. Мы сегодня пробовали сделать небольшую трансляцию онлайн. К сожалению, небольшие технические помехи помешали нам сегодня сделать это полноценно, но тем не менее надеемся, что следующий выпуск мы действительно уже подготовимся более или менее адекватно. Ну а сегодня благодарим еще раз нашего постоянного спонсора — интернет-магазин электроники mix.if.ua. Заходите, покупайте, что вам надо. Ну а сегодняшняя трансляция, кстати, представлена и снята подарком от нашего спонсора mix.if.ua. Замечательная камера, ровно 2 мегапикселя. Сегодня даже можно увидеть вот эти вот зелененькие индикации и даже маленькое пятнышко на груди у диджея Леса. Шутка. На самом деле просто качественная камера. Спасибо mix.if.ua. Мы продолжаем.
Друзья, диджей Лес всего-навсего намекает на то, что 25 мая не пропускаем вечеринку с участием топ-диджей Украины. Омния будет в гостях, будет поздравлять нашего друга и партнера компанию NetHouse с пятилетием. Также отыграет свои сеты достаточно известный популярный диджей Ивана Франковска. Приходите, не пропустите. 25 мая, Килиманджаро, Омния! Друзья, хотим попросить, чтобы вы побольше и почаще задавали вопросы касательно наших подкастов. Задавайте вопросы по поводу трек-листов. Мы не жадные, обязательно выложим все, что вас интересует в социальных сетях, в частности ВКонтакте. Ну и смотрите новый NoiD-видеоподкаст. Еще раз спасибо, Вова Лес сегодня составил свой сет сугубо из авторских треков хедлайнера вечеринки, которая состоится 25 мая в коктейль-клубе Килиманджаро. Спасибо, Вова, пока-пока! Ну а мы продолжим, для вас продолжит Саша Парвалов, буквально несколько минут совсем другого стиля.
Thank you.
Девочки, таким вышел подкаст номер 7. Мы с Вовой Лесом машем ручкой. О, машу вот рука Вовы Леса. Говорим большое спасибо спонсору сегодняшнего подкаста и всех последующих. Интернет-магазин электроники Mixif.ua. Спасибо за камеру. Вы сегодня смотрели практически в суперкачестве. 2 мегапикселя. Наш новый ID-подкаст номер 7 сегодня заканчивается. Сегодня был в гостях диджей Патрик Оушен, Черновцы. И все мы вместе. Желаем вам хорошо провести
последующую неделю и до новой встречи на следующем NoiD подкаст. Всем пока-пока!